проведя определенную аналитику по дорожному движению, по организации дорожного движения, намеренно задержали закрытие перекрестка во время этой рабочей недели, но также хватая максимально погоду и пытаясь, значит, проводить работы в соответствии с нормативами, мы приняли решение о закрытии данного перекрестка в текущую пятницу. Аналитика показала то, что в субботу и воскресенье ничего ужасного не произошло. Но мы также понимаем то, что в этот момент не было ни поездок ни в школы, ни в детские сады. Какая-то напряженность все-таки создастся, постараемся максимально проанализировав ее, внести необходимые коррективы в работу светофоров. Работы будут проводиться достаточно серьезные, то есть будет проведена работа по выносу многих инженерных сетей, как то связь, водоснабжение, водоотведение. Работы, планируемые к завершению в этом году, это устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Закрытие перекрестка произойдет с утра, с 8 часов. Работы подрядчик постарается завершить в первых числах ноября.